I have to say that was my big wish. Я давно мечтал приехать в Баку. Дело в том, что в хорватских СМИ проходит много информации на тему прогресса в Азербайджане, страны, которая вкладывает много денег в инфраструктуру, строительство и в социальные программы. Кроме того, я хорошо знаком с ходом работ по восстановлению старых памятников в Азербайджане, особенно в Баку, поскольку они находятся под патронажем ЮНЕСКО. Я наблюдаю за развитием событий, так что я думаю, у нас в Хорватии хорошее представление об Азербайджане. Хочу также сказать, что президент Азербайджана посещал Хорватию, и несколько хорватских политических делегаций приезжали с визитами в Азербайджан. Так что в целом картина наших взаимоотношений хорошая.